нельзя выбрасывать. Ничего нельзя выбрасывать. Если у вас есть старый кинопроектор, ну, предположим, Русь, вот в данном случае Русь, у него есть вот тут вот интересная деталь. Так называемый сматыватель. Вот он так выглядит. Вот именно он подходит для наших целей. Этот не совсем удачно, а вот этот идеально подходит. Вот он вынимается отсюда путем вывинчивания двух гаек, винтов. Вот один винт и вот там второй винт. Вон он. Один, второй. Вся эта конструкция отсюда извлекается вот именно с внутренней стороны. Именно с внутренней стороны. Путем последовательного отвинчивания деталей, снятия деталей, вот шайба, контршайба, извлекается вот эта запчасть. Этот стержень со шпинделем на конце для надевания бобины. Вставляем ее в шуруповерт. Вот регулируя скорость вращения, можно добиться сматывания пленки без заворачивания. Если ускорить, она, видите, начинает устремляться по ходу движения. Ну, еще ветер имеет значение. Вот так вот мы сматываем пленку катушки с бобинки, которая мне вполне может пригодиться для других целей катушки. Все.